Всем привет, ребята! С вами, как всегда, Андрей. Работа на верхней части живота. Все как всегда. Собираем тачку, наливаем краску, все в барьерку и можно приступать. Место немного неудобное, так как ваша рука чувствует каждый вздох клиента и нужно быть чуть поаккуратней. Кожа плотная и отлично держит удар, но при этом создает дискомфорт при использовании больших пучков. Проблема эта решается просто. Хорошо растянуть кожу и делать все под небольшим углом. Немного использовал 13-ку РЛ-ку для мелких деталей, углов и некоторых контуров. Выставил все на полный ход якоря и углублялся примерно на 2,2–2,5 мм, что есть немало. Но кожа отлично держит пробив. Краску использовал Динамик для более темных участков и Курусуми Грей Вош для переходов и теней. Тенил и тушевал 11-м магнумом. По настройкам делал его средне жестким, даже ближе к мягкому. Выставил иглу чуть больше, чем наполовину хода якоря, 1,8–2 мм. Много работал ребром иглы под края контуров. С этим нужно быть поосторожней, можно затравмировать кожу. Сеанс длился около 70-80 минут. Работа небольшая и несложная. Все вопросы по работе пишите в комментарии. Кому интересно посмотреть эту работу без ускорения, переходите по ссылке, есть вторая часть. Там детально видно мои движения, что, как и где я делаю. Если ждешь других выпусков, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!